Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Oppo A38, и сейчас я покажу вам, как включить резервное копирование Google. Итак, для этого мы открываем приложение «Настройки», после чего проходим в раздел «Дополнительные настройки», и здесь мы ищем «Создать резервную копию», «Перезагрузить». Далее у нас здесь есть резервное копирование Google. Мы здесь можем выбрать аккаунт для резервного копирования, естественно. И также здесь мы его можем включить. У меня оно уже включено, только нужно включить его для фото и видео. Нажимаем «Фото и видео», нажимаем «Разрешить» и ставим галочку вот здесь. Далее нажимаем «Включить резервное копирование в облако». И здесь мы можем настроить немножко, будут у нас сжиматься файлы или нет. Нажимаем «Ок». Вот, и в принципе на этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.